просто и мини-картой. Идем же. Местные твари весьма опасны, но опаснее всех мордоплюй по кличке Громила. Он убил всех-всех-всех моих знакомых. Кстати, там в шкафу я держу пистолет. На всякий случай. Но здесь нам с тобой ничего не угрожает. Если же мы наплюем, а то и сюда! Ты
что сказать. Либо это и вправду так, либо свинья вырыла под голову. Да и шутка. С помощью этого смешного маленького робота ты сможешь добраться до убежища, последнего места, которое еще не покорилось Джеку. Только там ты будешь в безопасности. Найди убежище. Глубокое темное тепло. Отлично. А теперь забери-ка меня отсюда, пока мордоплюи не добежали. Ты еще здесь? Я не слышу мордоплюев. Я тут просто тебя дожидаюсь. Но ты не торопись. Я тут немного подумал и случайно заметил, что ты мало что делаешь для моего вызволения. Может, ты думаешь, о, ведь железяка сильный и благородный рыцарь, он сам отсюда выберется. Это чистейшая правда во всем. Но прямо сейчас... Большое спасибо, дружище! Вперед! Привет, малыш, это Джек, президент Гипериона. Слушай, ну у нас тут вот как заведено. Появляется искатель хранилища, искатель ищет новое хранилище, искатель погибает. И видишь ли, в чем загвоздка? Ты еще жив. Так что сделай одолжение. Убей себя сам. Спасибо, хомячок. Мой глаз только что включился. Я вижу своего сурового слугу и невероятно привлекательного робота. А это значит, что ослепивший меня уже совсем рядом. Я часто так говорю, когда мне страшно.